мама меня с школы сняла и заставила работать. И вот я с тех пор работал все тяжелые работы. Своими воспоминаниями о войне делится Анна Владимировна Филиппова. А для нее война – это не просто слово. Сегодня она наряду со всеми получает юбилейную медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ахтямова Фердаус Абдулловна. С большим трепетом и волнением принимают труженики тыла поздравления. Все они с ранних лет начинали трудиться, жили в тяжелых условиях и помогали восстанавливать страну после войны. Спасибо вам за мирное небо над головой, которое вы нам предоставили. Мы никогда этого не забудем. И как бы ни переписывали историю, пытались ее переписать. Благодаря вам мы будем продолжать чтить память тех, кого с нами нету, и будем делать все возможное, чтобы вы жили счастливо, в достатках, а самое главное, чтобы вы были здоровы. За плечами Василия Карповича многолетний трудовой путь. Своим умением и трудом заслужил много наград, и сегодня свои эмоции он выражает в стихах собственного сочинения. Была война, и слезы лились, и кровь людская лилась рекой. 4 года с фашистами бились, и не все вернулись домой. Победу, пропитанную кровью и слезами, мы празднуем. Мы живы, и мы войны не ждем. Сегодня здесь только часть тружеников тыла, многие не смогли прийти на праздник. Но их обязательно поздравят на дому. С большой благодарностью вручат им заслуженные медали. Лилия Шиниязова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».